Всем привет! Специально для канала Octagon Shop Юсуф Раисов нам сегодня расскажет несколько потрясающих историй. Юсуф, самое первое, поздравляю тебя с временным поясом и желаем тебе как минимум показать красочный, хороший бой. И в первую очередь вопрос, конечно, интересующий многих, подтянул ли ты борцовскую технику, как готовился, где готовился и что будешь показывать в бою? Что я покажу в бою, будет видно 5 мая. Я был на сборах под руководством одного из лучших тренеров по вольной борьбе, Залимхана Гусенова, после чего готовился у себя дома с Русланом Ларсаном и со всеми остальными тренерами нашего клуба «Беркут». Работал в партере с Арби Мурадовым. Эти имена все знают, этих тренеров все знают. Они вложили в меня все, что можно было, они сделали свою работу, и 5 мая я должен показать свою работу. Вот везде слышим «Ахмат сила». Вот есть какой-то слоган у «Беркут», и собираешься ли ты его произносить, кричать, может, как Саша Емельяненко? Ахмат сила по-любому. Ахмат и Беркут – это братья, и поэтому эти два клуба не разделяются никак. Большое спасибо. Подскажи еще, вот, допустим, все говорят переход в UFC. Если, допустим, ты соберешься, перейдешь или еще как-то, будет ли это являться предательством или еще как-то вот расцениваться в твоем клубе и в ACB в частности? Я об этом пока не думаю. У меня есть один бой за пояс. Я должен забрать пояс к себе в клуб «Беркут». Больше ни о чем я не думаю. И я не знаю, предательством. Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Я являюсь бойцом клуба «Беркут». Майербек Хасиев нам помогает. И мы солидарны только с ним. Мы со всем советуемся, с нашим руководством. Посмотрим, что будет дальше. Подскажи, что будет стоять на кону, кроме пояса, естественно? Вот какой-то подарок будет ощутимый? Там машина, может быть, квартира, который может мотивировать тебя дополнительно? Мне дарили машину, Майербек Хасиев дарил мне машину. Мне давали приз в виде денег. Я не думаю, что я заслужил какой-то еще приз. Есть много ребят, которые заслужили и машину, и квартиру гораздо раньше меня. Желаем тебе удачи, покажи красивый бой. Спасибо, до свидания.